Вот пассажир прикладывает карту с QR-кодом. Да. Считывание идет, надо прокрутить. Зашли, все. Обратно то же самое. Без карты не зайдешь и не выйдешь. Пропускную систему, а проще – валидаторы, в корпоративном транспорте «Алмаздортранса» в Ленске тестируют с февраля этого года. Установили в 14 автобусах. Рабочий день водителя начинается с открытия смены. Приходим на работу, заводим автобус. Ждем, когда загрузится. Ну, идем туда. Пока ждем загрузку. Все, он начинает пикать. Проворачиваем его. Карта водителя. Он должен открыть был смену. На экране должен показать мою фамилию, отчество, что, ну, фамилия, имя, отчество. И я все, начинаю движение. Валидаторы – еще один шаг к автоматизации производственных процессов. Тестовые режимы недавно прошли в Мирном. Оборудование установили на 50 автобусах. Здесь к такому шагу привели жалобы сотрудников подразделений. Им не хватало места в автобусах из-за зайцев. Иногда даже опаздывали на работу. Но для некоторых безбилетных пассажиров до сих пор делают исключение. Попадаются дети. Это которые в минус 40-45 стоят бедолаги на остановках, у каждой из нас есть дети. Все равно мы детей пытаемся как-то пропускать и не закрываем на это глаза. А взрослые, да, они понимают, что как бы закон есть закон и порядок есть порядок. Система учета помогает оптимизировать работу автотранспорта. По данным о заполняемости автобуса, принимаются решения о дополнительной остановке или корректировке маршрута. Все это для улучшения качества перевозок. Вся информация с валидаторов поступает в отдел эксплуатации. Они в реальном времени следят за работой транспорта на маршруте. Само программное обеспечение, вот штрих-М, оно позволяет контролировать и мониторить движение, работу автобусов маршрутных. То есть позволяет просматривать за какой-то определенный период прохождения по остановкам. Он также позволяет выкатывать текущие отчеты по заполняемости автобусов. Как сотрудники каких подразделений у нас ездят. То есть это все очень гибко, это все очень настраиваемое. IT-специалисты «Алмаздортранса» в постоянном диалоге с разработчиками программного обеспечения. Она должна быть удобной для всех. Сама система учета работает по спутниковой связи. Если есть перебои в ней, будут неполадки и в работе валидаторов. Их стараются оперативно устранять, чтобы эти моменты не сказывались на пассажирах. Олеся Васева, Алекс Снин, Антон Каханский. Телеканал «Алмазный край».